Прием заявлений на получение нового пособия на детей от 8 до 17 лет начал Пенсионный фонд России с 1 мая. Оно рассчитано на малообеспеченные семьи, где средний душевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. На сегодняшний день от жителей ЯО было принято 2751 заявление на 3715 детей. Большинство заявлений направлено в Пенсионный фонд дистанционно, через портал государственных услуг. Сроки рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. Но если для сбора данных потребуется больше времени, он может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале государственных услуг. Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего месяца подачи заявления семьям, которые обратились за выплатой в мае. Начисление произведется за 2 месяца – за апрель и май. Если же родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода. Ольга Киселева, Богдан Патрин, Новости 21.